В Иркутске провели профилактическую акцию «Безопасная улица». Сотрудники госавтоинспекции подготовили 6 станций с заданиями, и все они были посвящены безопасности на дороге. Бойцы ОМОН Росгвардии показали приемы самообороны при нападении злоумышленника. Сотрудники госавтоинспекции рассказали о безопасном поведении на дороге. Спасатели поискового отряда «Лиза Алерт» пояснили, что делать, если ребенок потерялся, кто такой безопасный взрослый и почему важно иметь секретное слово «пароль» в семье. А кинологи продемонстрировали работу поисковых собак. С начала проведения акции в Приангарье участие приняли более 2000 школьников.